Люцин Тимофей, первый подход. Защита. Установите 20 килограмм. Сливерстов Владимир, первый подход. Готовится Алексей Тимофей. Вес защита. Алексей Тимофей, второй подход. Вес защита. Установите 21. Лексик Тимофей. Третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Вес защита. Установите 23 килограмма. К этому весу готовится Насеркин Георгий. За ним Макаров Глеб. Насеркин Георгий. Первый подход. Макаров Глеб. Первый подход. Готовится Селиверстов. Вес защита. Селиверстов Владимир, второй подход. Установите 24 килограмма. Поляков Максим, первый подход. Готовится на сетке Георгий. Вес защита.
Насеткин Георгий. Второй подход. Готовится Макаров Глеб. Вес защита. Макаров Глеб. Второй подход. Готовится Сильвестр Владимир. Сильвестр Владимир, третий заключительный подход. Защита. Установите 27 килограмм. Авсаликов Александр, первый подход. Готовится Макаров Глеб. Вес защита. Макаров Глеб, третий заключительный подход к весу 29, готовится Поляков Максим. Вес защита. Установите 29. Поляков Максим. Второй подход. К весу 33 готовится Алексей Фигня. Вес защита. Установите 33. Алексей Фигня, первый подход. Готовится Данилов Игорь. Просто...
Данилов Игорь, первый подход. Готовится Юрий Марк. Юрий Марк, второй подход. Авсаликов Александр, второй подход. Готовится Поляков Максим. Поляков Максим, третий заключительный подход. Подход неудачный. Ассистент установите 34. Шамонов Даниил. Первый подход. Квест 35 готовится. Рогов Владимир. Установите 36. Алексей Илья, второй подход. Данилов Игорь, второй подход. Готовится Шамонов Даниил.
Шамонов Даниил, второй подход. Третий подход. Авсаликов Александр, третий заключительный подход. Подъем неудачный. Установите 37. Алексеев Илья, третий заключительный подход. Готовится Шамонов Даниил. Установить 38 килограмм. Шарипов Дмитрий, первый подход. Готовится Барышников Никита. Защита. Барышников Никита, первый подход. Готовится Шамонов Даниил. Подход. К весу 39 готовится Власенко Егор. Подъем неудачный. Ассистент установит 39. К этому весу готовится Власенко Егор. За ним Данилов Игорь.
Власенко Егор, первый подход. Защита. Данилов Игорь, третий защитный подход. Готовится Иваненко. Иваненко Григорий, первый подход. Защита. Шарипов Дмитрий. Второй подход. Защита. Установите 41. Власенко Егор, второй подход. К весу 42 готовится Рома Владимир. Установите 42. Рогов Владимир, первый подход. Готовится Иваненко Григорий.
Тебе защита. Иваненко Григорий, второй подход. Я защита. Шарипов Дмитрий, третий подход. Защита. Остается 43 килограмма. Барышников Никита. Второй подход. Готовится Власенко Егор. Есть защита. Власенко Егор, третий заключительный подход. Есть защита, ассистент, установите 44. К этому весу готовится Ушаков Данил, за ним Иваненко Григорий. К весу 45 готовится Рогов Владимир. Ушаков Данил, второй подход. Без защиты. Иваненко Григорий. Третий заключительный подход. Без защиты. Стоите 45. К этому весу готовится Рома Владимир.
Владимир, к весу 46 готовится Ушаков Данил. И к весу 47 готовится Барышников Никита. Рогов Владимир, второй подход. Беззащита. Снятие 46. Ушаков Данил. Третий заключительный подход. Готовится Рогов Владимир. Беззащита. Установите 47 килограмм. Барышников Никита. Третий заключительный подход. Беззащита. Установите 48 килограмм. Рогов Владимир, третий заключительный подход. Подход неудачный. Награждение состоится через 5 минут. Смурсин Владимир, всероссийская категория судья. Кимов Амбери. Категория до 34 килограмм. Третье место занял Шамонов Даниил. В сумме двоеборья 62 килограмма набрал. Второе место. Рогов Владимир. 79 килограмм сухой. Первое место занял Ушаков Данил. 81 килограмм сухой. Награждается тренер Соломатов Николай.
Спасибо, участники свободны. Категория до 38 килограмм. Третье место занял Шарипов Дмитрий. 72 килограмма с Кирилловой горы. Второе место. Власенко Егор. 73 килограмма с Кирилловой горы. Первое место. Иваненко Григорий. 78 в сумме Григория. Награждается тренер Иваненко Павел. Спасибо. В категории до 42 килограмм третье место занял Авсаликов Александр. 58 в сумме двоегория. Второе место занял Данилов Игорь. 69 в сумме двоегория. Первое место. Барышников Никита. 80 килограмм в сумме двоегория.